Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить Anno 2205 экспертный режим. Итак, давайте продолжать развиваться дальше, строиться. Я очень вообще давно хочу посмотреть поближе на свой город, на свое производство. Я хотел что-то сделать в первых, да, сериях, но как-то все время забывал. Давайте немного опустимся поближе, посмотрим на эту красоту. В принципе, так неплохо, да? Красиво смотрится. Машины летают и вверху, и внизу. Люди ходят. Ближе, к сожалению, не приближает, но все равно интересно посмотреть. Вот такой тут у нас парк. Такая парковочка, да? Где-то тут у нас была большая такая длинная парковка. Вот она. Да, есть транспорт, который стоит. Это не земля, но даже два. Интересно сделали. Так, посмотрим на производство. Ох, тут леса-то какие, елки. Виноградники, посмотрите только какие классные. Супер. Вообще до мелких деталей все проработано. Молодцы, ребята. Просто здорово. Это наши скотоводческие с вами фермы, которые производят мясо. Здесь сою выращивают, да? Здесь продукты делают. Элитные продукты. Здесь умную одежду с вами делаем. Класс. Просто класс. Шикарно. Давайте поближе посмотрим здесь. Льняное волокно. Микрочипы. Шахта, да? Добывают кварц здесь. Здесь у нас воду добывают. Просто красота. Это у нас фруктовые фермы. Здесь сок делают. Ну, вообще просто шикарно. Красиво, красиво, красиво. Очень красиво. Здесь рисовые поля. Все роботизировано, все отлично. Здесь у нас роботов, кстати, делают, да? Как люди ходят, смотрите, такие пухленькие дяди, трое идут, проверяющие, инженеры. Класс, красиво, красиво. Ладно, отвлеклись. Так, давайте продолжать. Начнем мы, наверное, с вами с выполнения доп. Заданий. Покажи, чего ты стоишь. Оружие к бою. Эти парни сами нарываются. Так, цепляем дрона. Что у нас здесь с вами? Это давно мне глаза мозолит. Можете разобраться? Чудно. Угу, хорошо. Сначала боевую, да, выполним операцию с дроном. Уничтожим. Потом уже займемся этим дроном. После чего возьмем с вами военную операцию, провернем. Потому что нам надо копить иридий. Иридий очень нужен. Что у нас здесь? Ага, подцепили дрона. Отлично. Так, где-то в этой степи. Вот он. Подтверждаю. Отлично. Все красиво, все красочно. Пока всего хватает, да, у нас с вами. Есть, кстати, немного иридия. Я думаю, можно будет как-нибудь заняться. Здесь у нас, по-моему, все по максимуму, да, уже. А, здесь модули. Еще я, кстати, могу поставить модуль. Поэтому давайте пока не будем трогать электроэнергию с вами. Здесь еще тоже модуль есть. Один можем построить. Тут тоже. Ты пожалеешь. Угу. Отлично. Задание выполнили. Берем следующего дрона. Так, здесь у нас... А вот здесь у нас уже все. Но, правда, электроэнергии мало, да, всего лишь 90. Я бы не хотел бы пока сюда тратиться.
Потому что у нас вот здесь очень много, да, жрет электроэнергии. Здесь очень много, 390, это вообще прям какой-то перебор. Плюс здесь заводы, здесь очень много электроэнергии едят. Просто какой-то разрывной, не знаю, прям аж электроэнергии, прям аж перебор какой-то. Так, нам надо сюда плыть. Пути. Давай, давай, дрон. Ищем, ищем. Нам сюда. Как-то резко поменялось направление. Ага. Может, рядышком, рядышком. Вот он, отлично. Процесс завершен. Огромное спасибо. Да не за что. Так, ну что? Заработали еще немного иридия, да? Отлично. Берем... Проверим мои корабли в деле. Барьер Прайкомбер. Не дай бог, они их хоть поцарапают. Есть улучшение с вами. Мы можем купить еще один корабль, да? Сделаем все в лучшем виде. Так, и здесь сколько будет? 450. Ну, давайте. Система разум корабля. Угу. Дополнительного топлива. Это круто. Так, берем, пробуем экспертный режим. Элита или выше? У меня сейчас какой? А, у меня только из элиты только один, поэтому мы пока брать не будем эксперт. Возьмем высокий. И поехали. Нам, кстати, надо будет еще вернуться с вами в Арктику. Все по местам. Закрыть все двери, никого не выпускать. То есть как бы то же самое. Эти все время, недоделанные, да? Пираты атакуют все транспортные корабли в тех водах. Отправь их на дно, пока они не утопили наши грузы. Я тебя прикрою. То есть все время одно и то же. Одно и то же. Одни и те же операции, да? Ничем не отличающиеся. Честно, я не хочу впутывать тебя в драку. Так, 5 бочек найти. Давайте пока займемся этими бочками. Я думаю, мы с этим быстренько справимся с вами. Так, одни есть уже. Вторые. Третий, четвертый и пятый. Ого! Почти 100% эффективность. Как хорошо, что ты здесь. Так, дайверы. Как раз кое-что нужно. Берем. Ух ты, блин. Ну, мне все равно в ту степь. Так, что здесь? Я все понимаю, но можно как-то навести порядок на море. Использовать Эми 5 раз. Хорошо. Давайте начинать. Начнем отсюда. К бою готовы. Так, уничтожаем мелочь. Вот они. Огонь! Давай, 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 давай. К бою готовы. Отлично. Так, первый водолаз, да? А, дайверы. Простите, Пути. Дайверы. Хорошо. Так, ну пока Эми-то нету у нас. Только ядерный заряд. Ну давайте тогда здесь освобождать тогда уже. Все готово. Спасательные шлюпки. Ремонтный дрон. Активирован. Успел. Успел. Подтверждаю. Так, берем следующую цель. Эми надо использовать 5 раз. Но мне пока еще ни одной Эми не попадалось. К бою готовы. Есть одна Эми. Отлично.
здесь получаете. Вторая здесь у нас рядышком лежит. Экипаж. Следующий. Ух ты, ничего себе. Так, мелочь, мелочь. Засада. Ремонтные дроны активированы. К бою готовы. Начинаю ремонт. Есть, все давай готово. Сюда. Здесь у нас что? Хранилище нефтехимикатов. Хорошо, пойдет. Правда, мне, конечно, надо иридий. Ремонтные дроны активированы. Есть, отлично. Так, что? Спускаемся сюда за Эми. Здесь у нас что? Графен. Ну, давайте пособираем графен. Цель принята. Подтверждаю. Все равно в эту степь. В эту степь. Так, давайте использовать Эми. Ладно, координаты поближе. Приняты. Есть, отлично. Так, вперед. Орудие к бою. Хотя, наверное, сюда сначала. Вот они. Есть, отлично. Просто здорово. Ремонтные дроны активированы. Здесь у нас Эми, да? Все готово. Здесь тоже графен. Здесь тоже графен. Вот графен как раз мне многовато, вот иридия. Иридия, к сожалению, мало. Так, отличненько, хорошо справляемся. Что, давайте сюда теперь. К бою готовы. Вот, склад иридия, отлично. Мне его так мало. Все готово. Есть, отлично. Сами же на свои мины запороли. Хорошо. Да, мелочь пошла. Есть, отлично. Так, что ж, давайте уничтожать орудие склад иридия. Полный вперед! Начинаем ремонт. Отлично, подтверждай. Давайте цеплять то, что у нас здесь есть. Отлично. Подтверждаю. Так, сколько мы уже использовали это Эми? Эми использовали два раза, то есть нам надо еще один раз. Отлично. Давайте пока здесь цепанем. Посты. Ну, не,
Неплохо так ребята с поддержки справились. Полный вперед! Отлично, 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 молодцы. Так, вот у нас что? Это у нас, по-моему, графен, да? Да. Тоже сейчас соберем. Так, точно. Боевые посты. Так, идем сюда. Огонь! Боевые посты! И немножко здесь. Есть, отлично. Так, следующая цель. Все по постам. Нас атакуют. Полный вперед! Хорошо. Стоять. Отлично, стоим. Цель принята. Давай, 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 давай. Круто. Боевые посты. Эх, пока не могу. Далековато. Пути. Ядерная ракета запущена. Отлично, пути. Хорошо. Остатки флота уничтожаем их него. Здесь, по-моему, тоже у нас иридий. Орудие к бою. Просто здорово. К бою готовы. Так, а здесь у нас... Да, все там, все там. Полный вперед! Лечим. Начинаем ремонт. Так, это еще два раза осталось. Орудие к бою! Используется Эмми. Ах, вот тут сейчас самое интересное начнется. Готовы. Отлично, сюда. Все готово. Вот они. Экипаж. Давай, 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 давай. Что-то как-то тут замолкли, ребята. Есть, отлично. Так, тут у нас еще двое. Начинаем ремонт. К бою готовы. Начинаем ремонт. Экипаж! Есть, отлично. Хорошо. Вот они. Получаете, сволочь. Есть, отлично. Доба задание выполнили. Готовы. Ух ты, зараза какая, а? Так, ладно. Начинаем ремонт. К бою готовы. Орудие к бою. Давай теперь флот. Готовы.
Произведен запуск ядерной ракеты. Нормально, хорошо. Отлично. Экипаж! Орудие сюда к бою. Теперь. Отлично, хорошо. Так, давайте сюда. Пути. Торпеда пошла. Стоять. Стоять, отлично. Пошла торпеда. Еще раз стоять. Отлично, еще одна. Ядерная ракета. Позвал наших друзей. Поддержку сразу. Корабль дурак. Отлично. Ты убийца. Да уж, я прям убийца. Так, вот еще один склад Иридия. Давайте его уничтожать. Координаты приняты. Так, тут все цепанем. Отлично, теперь сюда. Надо будет сейчас выполнить это доп. Задание. Подтверждаю. Так, сейчас немножко цепанем. Ух, какой резвый парень, а. Молодец. Есть. Так, разворачиваемся, идем сюда. Сделаем вот так вот круг. Здесь у нас еще один склад Иридия. Огонь! Ага, оружие у нас тут ремонтник. Надо наоборот действовать. Начинаю ремонт. Есть, отлично. Готово. Хорошо, собрали. Огонь! Сделали такой небольшой крюк. Ох ты, зараза. Засада. К бою готовы. Отлично. Хорошо. Так, где тут у нас еще? Угу. Остался последний. Огонь! Орудие к бою! Нет, у нас тут ремонтник есть. Сначала надо его гасить. Отлично, отлично, давайте, давайте, ребята, молодцы. К бою готовы. Ремонтные дроны активированы. Так, немножко сюда за Иридием. О, стоп, 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 задание не выпало. Отлично. Есть. Отлично. Ни сучка, ни задоринки. Помощь уже в пути. Цель принята. Давай, 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 мочи его, мочи. Есть. Орудие к бою. Так точно. Отлично, здорово. Последнюю цель выполняем с вами. Цель принята. Есть. Ну все, задание выполнили. Герой дня. Ребята тебе очень благодарны. А, получаете. Я знал, что ты не промах. Отлично. Так, есть что повысить, да? Системы разум корабля.
Следующий будет уровень, когда будет военный уровень 10. Здесь до элиты 12. Здесь 14, 16, 11 и 13. Покидаем задание. Так, ну, с Иридием у нас пока более-менее нормально. Давайте с вами смотаемся в Арктику. Там там нам нужно восстановить баланс. Плюс мы так не очень-то нехило так потратились по деньгам, я смотрю, да? У нас кредитов совсем ничего. Все потратили на корабли. Ну да ладно, это очень важно. Нужно обсудить проект. Угу. Колония морских котиков найдите на плавучей льдине. На плавучей льдине. Это считается плавучей льдиной или нет? Ну да. Должно как-то, наверное, считаться. Так, морских котиков. Это у нас не то. Так, хотя бы сейчас одного бы найти, чтобы понять, как они выглядят. Пока с данным вопросом сложновато. Я не вижу их. Колония морских котиков. Найдите на плавучей льдине. Что за плавучая льдина? А, вот. Это одна, да? Колония. Вторая и третья. Прекрасно. Может, имеет смысл заключить с вами постоянный контракт. То, что я покинул офис, уже показывает важность этого дела. Так, три айсберга. Ну, давайте брать. Где этот дрон? Вот он. Пока его цепляем и смотрим, что нам не хватает здесь. Нам не хватает 4 нейроимпланта. С умеренного пояса пока все хватает. Давайте смотреть, где у нас нейроимпланты. Нейроимплант у нас с вами здесь. Строим первый модуль. Хватает, да, но сразу нехватка в добыче молибдена. Где-то здесь у нас должна быть... Это электроэнергия, это не то. Это тоже. Вот она. Хорошо. Пока все хорошо. С электроэнергией, конечно, очень много жрет. Давайте, наверное, мы с вами последний модуль поставим тоже по электроэнергии. Хотя экономить в транспорте тоже не помешало бы. Так, давайте смотреть, где мы с вами сможем поставить еще координаты дома. Приняты. Так, тут он пока сейчас уничтожит эти льдины. Давайте смотреть. В принципе, так неплохо пошло уже вот сюда, да? Но что-то как-то... Дома не очень складываются здесь, мне кажется. Так. Прости, что дергаю, но мне надо закончить работу. А, я, в принципе, могу здесь, да? Вот так вот построить дома. Что? Ну, пока пусть будет так, наверное. Так, ставим дорогу. Дорога одна пройдет здесь. Вторая здесь.
Отлично. Так, нам сразу здесь не хватает... Заходите. Сообщества. Ну, потому что оно очень далековато, да? Одно сообщество здесь, второе сообщество у нас здесь. Вот если бы его перенести... Почему бы и нет, да? Но, наверное, все равно его не хватит, он будет требоваться. Ну, давайте пока смотреть. Да, все равно не хватает. То есть его по-любому надо будет строить. Не хватает. Вами поставить это сообщество там. Давайте, наверное, как-нибудь вот так. Угу. Так, хватает по деньгам. Надо, во-первых, потребности, да? Сок. Давайте улучшим маршрут по соку с вами. Отлично. Обновляю данные. Так, дальше. Вопрос с консервами. Угу. Так, в какую сторону мы с вами пойдем? Ну, давайте в эту идти. Это, наверное, уже все. Да, модули закончились. Модули закончились. Мы можем с вами немного поэкономить либо энергии, либо транспорта. Я предлагаю транспорт. Пока нормально. Но нехватка в рыбе. Отлично. Отлично. Так, здесь у нас тоже можно поэкономить транспорта. 7. Вполне так нормально. Меня устраивает. Так, ну что, можем увеличить, в принципе, до ученых. Давайте так и сделаем. Доступны новые виды построек. Что сказать? Все замечательно? Зданий не хватает. Ладно. Потребности. Снова в соке и немного в элитных продуктах. Снова в рыбе. Снова в рыбе. Так, ну модуль уже все закончился. Закончился. Так, тогда давайте расширяться с вами в эту сторону. Вот так вот нормально будет. Что у нас здесь? Здесь хорошо. Не хватает немного стимуляторов. Всего лишь чуть-чуть. Всего лишь чуть-чуть. Два. Но для этого придется строить еще один завод. И, скорее всего, мы с вами его поставим именно вслед за нашим этим заводом. Отлично, но не хватает теперь у нас кораллов. Так, где мы с вами добываем этих кораллов? Где-то должны, по идее, рядышком. Да, отлично. Ставим модуль, и все здорово. Что у нас здесь? Транспорта 8, электроэнергии мало. Поэтому улучшаем именно по транспорту. Остальное электроэнергия. Отлично. Так, а если я данный модуль уничтожу? Сколько транспорта будет? 2. Нет, давайте до конца. Так, данная ситуация меня устраивает. Но я хотел бы, конечно, здесь вопрос еще решить по соку и по элитным продуктам. Чтобы уже окончательно здесь закрыть эту проблему и переходить с вами в умеренный климат. Обработка данных. Обработка Отлично. Данных. Так, вроде все хорошо, да? Задачу мы здесь с вами... А, нет, мы здесь еще с вами не выполнили задачу. Остался последний. Ледник.
Здесь можно повыполнять доп. Задания, да? Эти люди мои люди. То, что я покинул офис, уже показывает важность этого дела. Оружие к бою. Эти парни сами нарываются. Так, дрон где-то здесь. Вот он. Отлично. Так, здесь у нас что? Вот. Мне кажется, вы лучше знаете, что с этим делать. Угу. Ценю вашу заботу. Найти сотрудника. Давайте искать. Ой, как бы хотелось побыстрее бы с ним тут закончить, чтобы его 3 часа не искать. Отлично, зацепили. Зацепили боевого дрона и идем с вами куда-то, по-моему, в эту область, да? Да, вот он. Подтверждаю. Хорошо. Так, ну где же этот рабочий Сани? Так, это все не то. Это у нас кто такие? Волки, что ли, какие-то? Непонятно. Так, тут тоже пока не видать этого Сани. Следующий раз станет для тебя последним. Да что ты мне все время угрожаешь? Пока у тебя ничего не выходит. Вот он, да? Это не может не радовать. А, это Саня сотрудника, блин. Я думал, сотрудника Саня зовут. Это, оказывается, просто Сани. Координаты приняты. Обычные Сани. Здесь есть что? Есть одна тема. Ты вот так. Цепляем. Так, 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 так. В принципе, все хорошо. Так, здесь у нас модули. Давайте ставить еще один по транспорту, да? Можно, кстати, еще одного добавить. Отлично. А последний будет уже по электроэнергии. Хорошо. Угу. Значит, здесь логистика очень сильно хромает. У нас транспорт всего лишь-то только здесь обитает, да, с вами? Здесь тоже, да, 7. Здесь пока по нулям. Здесь тоже 13. Ага. Можем поставить еще один по экономии денег. Модуль. Давайте. К риску тебе не привыкать, так? Да. Не привыкать. Так, где-то в этой степи тогда у нас находится. Пути. Отправляем сюда. Здесь. Поддерживайте положительный баланс производства суперсплавы в 20-ке. Ух ты, блин. Ух ты, ух ты, ух ты, блин. То есть надо 20, а у нас плюс 1 всего лишь. Ну давайте пока тогда временно ставить модули. Сейчас это выйдет в копеечку нам и в электроэнергию, да, и по деньгам. Так, еще у нас тут есть модули. Надеюсь, хватит. Да, отлично, хватает. А, нехватка именно в молибдене, да, у нас с вами. Но модулей нет. И здесь, к сожалению, тоже модулей нет.
Так, ну время пошло, время пошло. Отлично. Пути. Вот они, отлично. Твои действия подняли бурю в сети. Оценки в целом позитивные. Так, пора... Пока постараемся продержаться. На складе 164, здесь 162. В принципе, хватает, да? Потом, конечно, все эти модули мы с вами удалим. Потому что это абсолютно нам не надо. Только из-за задания. Продержимся с вами 9 минут. По деньгам, конечно, это выпало очень много. Если нам... Здесь тоже много, да? Нам, наверное, просто здесь надо лучше поставить транспортную сеть. Но сколько она будет стоить? 100 электроэнергии, 5 рабочих. Ну, давайте. Сколько сразу? 1. Здесь 6. Здесь 8. Хорошо. Сколько еще у нас времени? 8 минут. 8 минут. Что бы нам тут такого сделать? Только если дальше строить дома. Источник тепла недостаточный. Угу. И сразу, как всегда, проблема у нас именно с общественным центром. Так, давайте пока улучшать дома. И общественный центр. Надо как-то решать проблему. Я бы, наверное, конечно, бы здесь поставил его, общественный центр, но... У нас сразу будет проблема с электроэнергией. Все из-за того, что здесь очень много жрет. 165 электроэнергии. 165. Плюс еще здесь 36, и здесь лишнюю. А, нет, здесь лишнего нет. Здесь нет. Здесь как раз хватает. Так, нехватки у нас сразу в консервах. И в рыбе. Тут же сразу моментально. К сожалению, рядышком нет. Рыболовного места. Только здесь, да? Ты же не бросишь меня самого все это разгребать? Так, 5,5 минут осталось. Ну что, дорогие друзья, как будем решать вопрос с рыбой? Наверное, будем строить ее здесь. В итоге нормально. С умеренного не хватает немного сока. Сортировка данных. Так, ну надо как-то решить проблему.
А, ну, наверное, мы, скорее всего, просто подождем, когда уже выполним время с вами, когда кончится. Осталось 4 минуты. После чего все это удалим, останется только один завод, и вопрос с электроэнергией сразу встанет в плюс. И тогда можно будет поставить еще один центр. Скорее всего, будем ставить его в эту степь, потому что немного будем сюда расширяться с вами. По домам. Так, а потребности у нас... Нормально. Нормально. Все устраивает. Есть какое-нибудь допозадание? Да, аж 20. Это не по моей части. Но может ты возьмешься? Кто-то должен это сделать. Это большая проблема для всех нас. Ну, давайте сначала выполним боевое задание. Пока тут ждем, чтобы не терять время. 3,5 минуты осталось. Отлично. Есть. Что здесь? Пока все хорошо. Давайте, кстати, посмотрим вблизи Арктику с вами рассмотрим. Вот такие современные снегоходы, да? Собаки гуляют или волки, непонятно кто. Контейнеры стоят сразу, да, рядом с домами. Этот модуль надо переделать. Здесь так тихо и безмятежно. Красиво. Детализация супер сделанная. Терпение и труд. Да, все перетрут. Раферти не орал? Кажется, он в хорошем настроении. Ценю вашу заботу. Как раз рядышком. И доставляем. Отлично. Ну, уже сколько осталось? 1,5 минуты. Не знаю, можно попробовать, кстати, попробовать... А, нет, я здесь не могу, здесь не хватает тепла. Вот так и напрашивается здесь дом, но, к сожалению, пока я не могу. Но можно сделать здесь. 2, и тут еще один. Здесь нормально, здесь тоже нормально. Это хорошо. Спасибо, сразу легче. О, заходи. Рад снова тебя видеть. Хочешь помочь мне с одним делом? Ну давай. Наконец-то. Поищем. И сразу отлично, нашли. Отлично, коллега. Я тобой горжусь. 30 секунд осталось. Осталось совсем чуть-чуть. Боевое задание брать не будем. Хотя Эриди, конечно, у нас резко закончился. Просто его моментально кончается, когда строишь вот такие вот маленькие модули. Когда основные по производству, то тратится уже здесь это нефтехимикаты. А когда вот такие, то, конечно, Эридий. Эридий. Практичное решение. Отлично. Я запомню, что на вас можно рассчитывать. То, что я покинул офис, уже показывает важность этого дела. Ух ты, я завод сам уничтожил. Ладно.
суперсплавы. Отлично. Так, ну что, все меня устраивает. По электроэнергии нормально. Давайте ставить с вами еще один общественный центр, да? Все, все довольны, все счастливы. Можно, кстати, здесь дома поставить с вами. Почему бы и нет, да? Протянем здесь дорогу. Так, можно и сюда вот так пойти. Отлично. А вот здесь уже не влезет. Ну да ладно. Так, здесь дом тоже не влезает. Хорошо. Сразу увеличим. Доступны здания нового типа. Ну, что скажете? Уют? Угу. Так, потребности сразу решим. Не хва... Ух ты! Квантовый компьютер, но пока сейчас не до них. Консервы. Еще даже консервы. Ничего себе. Вот это ребята зажрались. Рыба. Внимание! Спрос на ряд товаров не удовлетворен. И, конечно же, стимуляторы. Ух ты! А нехватка сразу, да, опять у нас? Ну, придется ставить здесь, рядышком. Еще одну, да? Глаза боятся, руки делают. И не говори. Ну все, отлично. Пока меня устраивает, все нормально, да? Давайте с вами смотреть, что в умеренном творится. Немного еды и сока. Обработка данных. Переходим в умеренный. Данных. Отлично. Так, ну что, решаем проблему с соком. У нас именно нехватка в этом плане. Все остальное пока нормально. Так, сок. Модуль. Сразу нехватка фруктов. Отлично. Все устраивает. Здесь у нас модуль с вами по электроэнергии, да? Да, аккумуляторы. Поэтому давайте тоже, наверное... Хотя нет, ставить не будем. 27, да? Куда? Нормально. У нас самое главное вот здесь вот проблема. Очень много кушают электроэнергии данные заводы. $390. Ну да ладно. Ну что ж, дорогие друзья, вот на этой прекрасной ноте мы с вами завершаем эту серию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр и увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!